Проще всего это сделать при помощи технической регрессии. Зависимые перемены политэк 2 и предикторы, 9 предикторов помещаем в independence. И обязательно просим сохранить, например, предсказанные значения. Continue. Ok. Сами результаты нам абсолютно не интересны. Нам интересно созданная регрессией переменная с предсказанными значениями. Отсортировать эту переменную, найти миссинги и удалить строчки с миссингами. Если это сделать, то мы избавимся от миссинговых значений по всем предикторам. После чего надо еще избавиться от миссинговых значений по зависимой переменной. То есть просто отсортировать уже зависимую переменную политэк 2. Отсортировать политэк 2. И убрать миссинги. После этого массив готов к преобразованию в профиль. В других моих видео уже описывал я, как создаются профили. Здесь нет ничего сложного. Идем в Custom Tables. В обратном порядке помещаем сюда предикторы. В столбцы помещаем politeg2. Задаем, что нам нужна средняя арифметическая, а также weight count и varied n. Вот эти три характеристики нам нужны. Среднее арифметическое число, чтобы частоту определить каждого профиля, и varied n для того, чтобы сравнить с count и убедиться, что мы не допустили никакие миссинги. Apply не окей, не окей, а paste. Здесь еще проводим дополнительные настройки. Лейбл заменяем на значение none и include, empty include заменяем на exclude. После чего мы можем запускать. Переносим полученную custom table в Excel.